Полезные для здоровья напитки и шейки. Добро пожаловать. И меня зовут Лазло. Я думаю, все прекрасно знают, что наибольшее количество натурального сахара содержится в винограде и груше. Оба этих фрукта содержат в себе потрясающий запас материалов, необходимых для правильной работы нашего мозга и его энергетической подпитки. Сейчас я приготовлю виноградно-апельсиновую смесь, используя вышеупомянутые фрукты. Я буду использовать плоды красного винограда. И грушу. Сочный и вкусный апельсин. Все. Украсим напиток несколькими виноградинами, и он готов к употреблению. Пейте на здоровье. Виноградно-апельсиновая смесь. Один крупный апельсин, одна зрелая груша, 100 граммов красного винограда. Летом из всех пряных трав, пожалуй, самой освежающей можно назвать мяту. Я смешаю мяту с персиком, апельсином и соком лайма. Я выжимаю апельсин. Следом идет нектарин. Пожалуй, мы положим в него еще один кусочек, чтобы сделать наш напиток еще более сочным и приятным. То, что надо. Мы выжимаем сок лайма в заранее приготовленный стакан. А также бросаем внутрь несколько долек, как будто готовим коктейль мохито.
Затем мята. Заливаем соком. Немного все перемешиваем. И, конечно, вставляем соломинку. Поверьте, лучшего освежающего напитка для жаркой летней ночи просто не придумаешь. Бодрящий нектарин. Сок одного лайма, один крупный апельсин, два зрелых нектарина. Еще один. Летний освежающий напиток. В нем также будет мята, но на этот раз я смешаю ее с дыней. Порежьте дыню, а затем поместите ее в соковыжималку. Отлично. Хорошо. А теперь можно добавить несколько листьев мяты. Осталось добавить немного лайма, и напиток почти готов. Приливаем сок. Соломинку. И украшаем бокал. Пейте на здоровье. Дыня на камнях. Одна дыня, 6-7 листьев мяты, сок одного лайма. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Red Media.